Алло, Григорий. Я его помощник, да. Помощник? Да. Я понимаю. Ну, я Тина Кароль, певица, он прекрасно знает меня. Пусть она бережет себя, не принимает участие никаких пропагандистических за Россию концертов. Это будет крайне низко с его стороны. Концерт посвящен 8-летию воссоединения Крыма с Россией. Почему он не должен там принимать участие? Ну, он же будет у войны в том числе. Там не только этот лозунг будет звучать, вы же прекрасно это знаете. Я вам честно говорю. А почему Донбасс тогда 8 лет? Вот у меня родственники там на Донбассе живут, да. Приезжают, тоже сейчас приехали в Ростовскую область, рассказывают, что их там бомбят. 8 лет беспрерывно. То есть это что же нельзя выдумать и картинку по телевизору такую показать? Украина не бомбила 8 лет. Я да. Беженец, где вы? В Варшаве. Вы в Варшаве, видимо, в ресторане. Да. Ну, я понимаю, да. Я вижу, что вы как бы при своем... Конечно, мы при своем мнении, но вы нам звоните, нам и учите. 8 лет вы мели хвостами по корпоративам, пели, танцевали, да, на банкетах. А сейчас вы звоните сюда и учите нас, как жить.